Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Sniper 3. Мы вернулись на старую локацию, чтобы завершить несколько миссий. Итак, сходим мы к боссу, застрелим козла. Так. Сядем в машину, поедем по серпантину. Поехали. Будем только добираться до него долго. Так. Не попал на дорогу. Вот. Вот что значит невнимательность. Да. Машины, гоночки в играх — это не мое. Настоящий автомобиль. Вот что нам надо. Так, а кстати, можно как-то срезать-то? Нет, на машине все-таки будет быстрее. Так. Ну что ж. Такой-то уж крайней необходимости к нам. У нас ехать туда, конечно, нету, но... Я хочу его завалить. Я так думаю, что... Возможно, нам еще придется сюда возвращаться. Так, включить, изменить обзор. Сбросить скорость, поворот. Ой-ой-ой. Эй, машину не жалко, не моя. Казенная, фирма платит. Итак. Практически приехали. Избушка. Сейчас посмотрим, кто-кто в теремочке живет. Кто-кто в невысоком живет. Ну, петушары. Раз, два, три. Где же ваш начальника? Так. А если к ним подобраться вот с этой стороны? Вот посюда, посюда. Есть шанс? Есть. Ой, тут еще домик у нас. А кто в домике? Гомики. Или гномики. Я уж не помню, здесь был я. Никого и ничего. Там у нас знак вопроса. Это у нас... Вот он, домик еще один. Тут должны быть волки, по-моему. Да? Что нам здесь сделать? Ладно. Принято было решение обойти. Я думаю, много времени это не займет. Обойти. То ли лук взять надо было. Ну ладно. Мне надо всего-то немного. Так. Вот это прокачать. Тут осталось 2 очка. Эти мне не интересны. Серия убийств, лечебные предметы не интересны. Ну и может быть вот, вот здесь вот, да, это воевать надо будет. Здесь мы и так глаз хищника заработаем. Проснайперим. Это у нас без проблем. Так. Берем камушек. Вот он опять выходит. Ты нас видишь? Блин, я даже не в кустах. Тут кустов-то нету. А, нет, смотрите-ка, он нас не видит. Опа. Получено очков. Специализация призрак.
А кого я там отвлек? Хрен ее знает. Давай. В кусты. Вот так. Шишками. Прикинемся еловыми. Ой-ой-ой-ой. Так. Нет. Не вижу. Вот. Вот и все. И нет убила. Вот тебя допросим. Посмотрим, что ты знаешь. Господи. Что еще тут? Подозрение у него еще. Так, у меня... На. Вот так. Где автомат твой? Человече, где мои запчасти? Козел, потерял. Вот как вам что-то доверить? Так. Ну что ж. Где же ты? Да просики. Господи, это баба, что ли, еще? Это разыскивается. Вот так. Может, я что-то хорошее от тебя узнал? Еще без сигнализации разыскивается. Ну ладно, разыскивать. Так, пойдем. Это что такое? А. Ну, все-таки мне интересно. Давай ты дрон быстрее будешь. Вот и слетай, узнай. Какая-то штука непонятная. Так. А мне туда надо. Где у нас тут? Кратчайшая между двумя точками — это прямая. Только не дай бог волки попадутся. Вот смеху-то будет. Так, я же настрелял на одно очко, по-моему, да? А вот на одно очко, еще одно очко осталось. Добить втихаря кого-то там. Приголубить. Так, бревно есть. Надо, чтоб мин не было. А то глупо будет здесь, а на пустом месте на мину-то нарваться. Так. Где этот домик? Ой. Да, действительно. Ну, вроде следов нет, поэтому и мин тоже не должно быть. Это мое мнение. Потому что только люди минируют. Так. Я готов. Я во все оружие. Если что, наверх запрыгну. Что у нас тут?
Да ничего, все нормально, все. Все взяли. Это мне, конечно, нахрен не надо. Хватает добра. Так, ну вот еще есть. На базу мы потом придем. Что у нас есть? Есть у нас... А, мне надо навык развить. Мне надо немножко еще людей поубирать. Людей поубирать. Я тогда вот сюда. Для поднятия своих очков. Телепортируюсь. Так, ну вот как раз я отснайперю еще. И... Насколько у нас здесь? На 200. 100? 150? 200. В голову. Ну давай быстрее. Где у нас второй козлина? Да нет, не этот. Вторая вышка. О, вот эта дистанция. Сколько до него? 330 300. Ну-ка еще разок назад. Тихо-тихо, нет, не 600, не 600, 300. Их там двое. Ух ты, первого брал. Второго убрал. Надеюсь, тревога не была поднята. 330. Ну вот. Говорю же, отснайперить это не проблема. Давай. Вот он, снайпер лежит. Сбавляем до 200. Тоже мне пикать надумал. Так. Ну вот этих сейчас будем вырубать. Режим призрака. Надо вот этих двоих забрать. И которые чуть левее на базе находятся, двое вот эти вот, который филонит. Ну, кстати, я их не смогу поди забрать. Этих надо будет долбить. Так, здесь у нас. Вот можно посюда людей подцапать. 1-2 забрать. Человечек. Человечек, человечек. Давайте, мне только навыки нужны. И я от вас отстану. Пойду дальше заниматься своими делами. Так, для начала камень. Мне надо отвлечь их. О, по-английски. Но. Ай-яй-яй. Как нехорошо было. Цепочка убийств. Первого-то вроде. Обыскать тело. Обыскать тело. Так, вы сильно громко кричали? Мне вот интересно сейчас знать. Да нет, вроде. Все молчат. Какая прелесть. Вот так, это хорошо.
Сейчас и вот этих подрежу еще. Угу. Кто здесь? Бабай. Бабай здесь. Интересно, тебя вообще докину до него. Так, без шума и пыли обыскать. Верните мои ножи. Давайте. Так, а вы что, периметр хотите посмотреть? Ага, все-таки заметили, что людей не хватает. Понятненько. Ну ладно. Кто там такой? Глазастенький. И... На! Вот так. Ну ладно, очки заработали свои. Я буду надеяться, что-то именно так, что они не сгорели. Так, ну давайте качнем наши шаги. Не, наши очки остались, все, можно качать призрака и начинать воевать. Так, у нас сколько тут? 200. Раз, два, 150, 200. Нет, все-таки 200. На. На. Сколько мне так надо набить? 3. Неплохо так. Сила духа, дополнительное давление на шкале здоровья. Деление на шкале здоровья. Так. Выносливость, дополнительная ячейка для устройств. Я думаю, ячейку для устройств взять. Ну а сейчас пока просто в бой. На. Горячий. Ага. Вот так. Грохоту было. А вы ничего и не заметили. Берем наши запчасти, чтобы не возвращаться.
Я просто сейчас здесь бой не устроим. Так, а что у меня с гранатами? Гранат опять 9 почему-то. Видимо, весь боекомплект при воскрешении восполняется. Так. Так. В голову. Конечно. А кто бы сомневался? Ой, ой, что было, что было? Давайте вперед в бой. Вот он я. Все по одному выходите, давайте. Так, здесь все взято. Обыскано. Я даже не буду тут что-то пытаться. Сразу сделаю. Так, они у нас помечены вообще, нет? Раз. Ну, вот здесь вот должны быть. Это работяга, по-моему, так. А вот это-то нет. На. Что? Вы заметили, где я? Это хорошо. Добро пожаловать, значит. Все ко мне. Я вас чаем угощу. Выдам пилюли в виде пули. Каждому по потребностям. Кому больше, кому меньше. Кому чё, кому чё. QR-код через плечо. Ну давай. Ой. Ну-ка. А, вы меня просто не нашли, вы меня еще. Вы меня ищете. Ну что я могу сказать? Хреново ищете. На. Кто ж так ищет-то? Кошмар. Господи, вы что, меня не видите? Я же здесь с вами. Так, ну ладно. Ты кто, воин? Нет, работяга. Да. Что ты мне предложишь? Так. Идем за безделушками. Сколько мне там еще много навоевать? Ну, одно очко на воина навоевал. Вот так. Ой, их там двое. Этот бежит куда-то. Давай, второй. Но я здесь. Вот так. Обходи меня сзади. Сзади меня обходи. Я тебе буду указания давать, как со мной воевать. Давай. Да ты-то уйди отсюда. Да уйди. Сдался ты мне. Бамк. Господи, ты по кому стреляешь, дебил? Все. Недолго ты что-то. Ой. Дилетанты. Так, ладно. Все по порядку. Вон там. Вижу, у нас жертвы есть.
Будем к ним идти. Так. Возьмем груз. Лишним не будет. На. Да вот он ты. Давай. Стой, стой, стой. Вот так. Раз ты трус, будешь застрелен в спину. Какой позор. Блин, вот эти бочки напрягают, рядом с ними стоять. Так. Что у нас тут? Деньги есть. Детали. На первом этаже, что ли? В подвале. Где? В сортире. Что-то с первого раза не пробил, что ли? Так. Вот здесь у нас денежка. Так, ладно. Здесь у нас трупик. Хорошо, допустим. Здесь у нас взрывчатка. Ну и пойдем к другому нашему трупу. А то он уже там заждался. Его там черви уж доедают. Да, если так воевать, то это очень легко. Никакой скрытности. Иди на пролом. Делай, что хочешь. Никто тебя не остановит. Ну, зато очень неплохо очки зарабатывать. Если ты на воина наметил. Как-то уж больно легко. Где ты? Видно же, что прячешься. Так хоть бы хорошо прятался. Чтоб не стыдно за тебя было. Так, здесь взял. Вот так. Оп. Оп. Иди сюда. Где ты? Сюрприз. Блин, ты один остался, что ли? О, тихо, тихо. Убили. Ну и ладно. Повоевали. Мне бы вот дрон бы неплохо было бы прокачать, чтобы для него испытания пройти. Ну ладно. Ну, я думаю, на этом все. Повоевать повоевали. Очки опыта, которые нам особенно на призраке надо было, мы заработали. Будем возвращаться дальше к миссиям. Увидимся в следующей серии. До свидания.